Блин, опять либерал. Блядь, а сколько можно за либералов отыгрывать? Либерал. Я не понимаю, как мне их разблокировать? Злой первый кандидат. Кто не сказал либерал, тот не либерал. Я сказал вообще-то. Да-да-да, зачем ты это еще раз говоришь? Так, это, типа... Потому что три раза. Я хочу, чтобы... Да понятно, все с тобой. Да ты просто запалился сейчас первым. Все, сейчас все. Я с тобой не играю. А смотри, ты номинируешь. Можешь, а цифры меня? Кого? А почему ты взял Фенар Гота? Ребят, потому что он не просился. Я понял, хитро. Ну и плюс я в прошлой игре не играл вообще. Ладно, да, в прошлый раз Макривский так говорил. Пиздит, блядь. В смысле, где я пизжу? Я, блядь, в прошлой игре не отыграл вообще ничего. И что, мы за прошлые игры будем выбирать вебли? Злой, это первый ход. А почему нет? Это начало, это первый ход, что ты бомбишь. Да, ладно. Сейчас, может, мы посмотрим. Злой момент, потому что его запалили. Запалили его сразу. Артурчик, я смотрю. Я смотрю. Я не верю тебе даже в этой секунде. Я слежу за тобой. Если мы были вдвоем на одном обитаемом острове... Ты думал, ты злой, и я злой, иди сюда. Бля, смотрите, как рекидит. Я бы так радовался, если бы я был фашистом. Если бы мне выпало так, что, в игре. Сори, в игре, конечно. Игру, конечно, это в игре, это в игре. Ну, типа, если бы выпала роль, я бы тоже радовался. Понимаешь, как бы? И радость, как бы, он не может скрыть. Ребята, что у вас было? Две красные, одна синяя. У меня была красная и синяя. Ага. Все, не допускаем больше таких. А, нет, допустили. Ну ладно, да. Хорошо, мне надо канцлера выбрать. Я на работу верю. Я думал, ты вражеский игрок. Ладно, а Асмодей, вопросов... Фенарготу не было. Фенарготу нет. Пока нет, ну, пока что нет. Он, ну, пока нечему верить. С картами у них. Да пока нечему верить. Да, пока не в прошлой игре верили тебе так. Ну вот, а ты веришь сейчас опять. Наступаешь на те же правила. Рома, ты опять пиздишь. Диман, нет, злой. Они как-то вместе... Выбирай меня. Макривский, ты мне не нравишься. Димка, выбирай меня, я не меня, Рикиди. Слышишь, Ром, сначала... Я тебе не верю, ты слишком радостный. Дайте Наташе сказать. Асмодей сказал, какие у него карты были, правильно? Три карты. И Фенаргот... Асмодей же еще не говорил, какую он карту выбросил. Получается, Фенаргот... Ну, у вас же совпали, получается? Я могу тебе объяснить, если хочешь. Смотри, я если у меня красное, синее, красное, и на столе синее, то, ну, как бы логично, какую я выкинул. Синюю? Да, красная выпала. Нет, это я понимаю. Это если у тебя так, как ты сказал, конечно. Так, погодите, а сейчас гон в мою сторону, что ли, начинается? А я не понял, я сначала подумал гон в твою сторону, а получилось, что в Асмодее. Но, честно говоря, там нет вопросов. Асмодей выкинул две синих карты. Я бы думаю, злой, конечно, еще он, тут. Он не мог две выкинуть, злой. Тот товарищ, так сказать. Это невозможно, да? Но он мог одну синюю выкинуть и синюю. А ты помнишь его мувы в прошлой игре? Да я там, ебать, такой, сука, волшебник. Можно же фейковать и говорить, что я не выкинул. Он такой, 5, 7, 6 синие карты. Так Асмодей был честным. Зато я выиграл. Я выиграл и был прав. Фейковать все, выбирай. Димка, выбирай, время вышло. Выбирай, Дима. А вы вообще об этом говорили? Дай мне сыграть. Дима, бери меня. Выбери меня. Бери меня, у меня жопа порвалась в прошлом раунде. Бери меня. Ну так не жопа так попалась. Не делается. Меня? Опа. Да он самый. Да, да. Наконец-то. Его просто никто не убирает, мне стало грустно. Я против слова. Давайте, давайте. Почему? Злой точно фашист в этой игре. Почему? Блин, я что-то не тогда не... Я потому что второй ход. Давайте попробуем. Потому что второй ход. Почему не проверили? Потому что второй ход. Я не понял, почему злой фашист. Если ты меня сейчас подставишь... А я за что виноват, если ты красная? Все, блядь, это, решайте. Злой, ты уже оправдание я... себе заранее ищешь? Я не понял. Заткнись, блядь. Может, это ты, блядь, вообще. Я тебя сейчас проверю, если там давай. Красный. Я тебя проверю. Только я ты не сможешь проверить. Не сможешь если проверить. Ты сейчас поставишь красную, и тогда Дима проверит кого-то. Опять так, не заметили? Давай, проверят, если ему две красные дадут. Понятно, ставь красную. Да? За я голосуйте. Подожди, Дима мне может в рот сейчас дать тупую. А можно циферки поменять у вас, ребят? Может. Об этом никто не узнает, Злой. Ребята, я против того, чтобы циферку. У меня три так осталось. Дима дает мне сейчас... Это второй ход! Голосует против меня и мне в рот дает по факту вообще всю... Да я либерал до мозга костей, о чем ты? Господа. И ты третью игру опять не активе. Ребята, еще голосование прошло, Злой, погоди. Проголосуйте. Кто не проголосовал? Кто не голосует? Я не проголосую. Кто ждет? Алло. Ладно. Я не знаю. Блин, мне кажется, выборы, между Рикиди и злым... Кандидаты... Осуждаю. Я против злого. Фруктоска, привет, мы тут играем, кстати.
Здорово, я проголосовала за тебя. Че? Кто найн? Итак, кто за найн? Я проголосовал против, естественно, он в самом начале брос сделал. Ну, и... а почему? Почему не проверить, пока это первые ходы? Ну, конечно. Просто инфу какую-нибудь. Да первую нащупывать, конечно, какая разница. Понятно, злое и Генсуха вместе. Все. Ну, мне кажется, нет. Мне кажется, да Паша... что ты все за... Паша и злой, они разноцвет. Наташа, что ты так смеешься, прикольно. Паша как будто прощупывает. Паша как будто Гитлер. Вот пока у меня. Блин, знаете, что самое интересное? Наташа прям, ну, теперь ее не смущают наши массовые вот эти оранья. Спам, типа, вообще пофиг на спам. Злой Наташа, Дина. Можно тишину, пожалуйста? Тишина в парламенте! Бедоляйся! Красную и синюю дали, алло. Да, я ему дал красную и синюю, да. А что у тебя было? Две красных синие. Красная и синяя? Да не тебя! Вопрос Диме. Две красных было, одна синяя. Красную сбросил, дал красную и синюю. Он поставил синюю, но он очень долго думал. Так, а до этого кто синюю выбрал первую карту? Кто был? Один. Финаргот. Ну я Финаргот тогда, очевидно, да? Зло, почему ты долго думал? Да, давай Финаргот. Да, ты долго думал. Вам просто поебать. Так. Ты сама мне говорила. Ты мне говоришь, давайте пока мы не выбирают, мы молчим. Вы молчите. Если ты видишь красную синюю. Поставил синюю. Я хотел, я фашист. А, думал, коварный мув. Все ясно, короче, злого. Сливаем злого, сливаем Генсуху. Сливаем злого, который синюю положил. Да, сливаем злого, блядь. Так, пока я не на год удаем. Финаргиоту даем? Ты тоже положил синюю. Подожди. Инсайдер, а почему бы не номинировать? У нас красных вообще нет на поле. Выбирай новеньких, кто еще не играл. Меня. Да, чтобы красные карты подали. Мне еще насрать, кого скажете, понял, этого смотри, не понял? Да меня ставь, я еще злой, не играл. Не надо тебе, блин. Никто не против Дины. Меня не надо. Нет, Дина не играл еще. Финаргот обратно бери. Ребята, если бы я была Фашем, я бы не просила меня выбрать. Дайте мне, боже мой. Почему это? Дайте Финарготу. Давайте так, ладно. Давайте проще. Ты играешь с Генсухой. Дайте инсайдер сказать. Поднимите руки, кто хочет Дине отдать. Поднимите руки, я посмотрю, если у вас больше. Дина, ты только что отказывалась. Раз, два. Две руки только вижу. Остальные, значит, за Диму. Правильно, за Финаргота? За меня. Финаргот. За меня за Финаргота. Давайте Финарготу отдаем. Бедный Дина. Да он уже выбирал. Он хорошую карту выбрал, в смысле? А что ты вроде-то? Он хорошую карту выбрал, алло. Просто... Ну ладно, я пока не верю. Я за Финаргота. Ну то есть я не против Финаргота, просто сама тоже хочу. Финаргот? Так в смысле? А, мы с Финарготом синие карты, мы выбрали по синей карте. Кто там пиздит, что я красный? Рикиди, прием, блядь, вейкап нахуй. Злой, просто понимаешь, нам надо больше игроков раскрыть. Злой, у тебя не было вариантов. Злой, все в порядке. Мы сейчас бесконечно друг друга, и все. У тебя не было другого варианта, поэтому ты замешкался. Конечно, нету, потому что синяя карта у меня есть. У меня было две красных. Так, инсайдер. Ваше слово, инсайдер. Что? Какие что, карты что? Ты дал ему? О, у меня было две красных. У меня три красные были. А почему ты штокал, вместо того, чтобы сказать... Я не слышал вас. У нас пока команда, я так понимаю, инсайдер и Динаблин. Кто хотите от меня? Ваня, не волнуйся, все хорошо. Да в смысле, как вы меня с Диной перестыковываете? Инсайдер, Генсуха, Дина, блин, четыре подозрительных, злой, может быть, теперь серый. Давайте новых игроков раскрывать, дайте мне. Не раскрывайте Рикиди, не раскрывайте. Дайте мне. А, проверка. Так, подождите. У меня сейчас проверка. Кого я проверку делаю? Я инсайдер пока не меняю. Инсайдер, проверь меня. Рикиди, проверь. Меня проверь. Подождите, ребят, давайте опять. Либо злой, либо Рикиди. Если ты не проверишь меня, я буду считать, что ты фашист. Если ты не проверишь меня, я буду считать, что ты... Так, нет, подождите. Давайте вот без этих ультиматумов. Вы сейчас, я еще раз говорю. Я хочу, чтобы мы спокойненько все вместе опять же проголосовали. Общий, кто у нас наиболее сейчас... А давайте, да, реально каждый по очереди назовет того, кого он хочет проверить. Давайте. Давайте. Асмодея никто не хочет? Я проверить. Начну. Асмодея и Финаргот, значит, либералы. Я либерал. Под вопросом Генсуха, Дина, Злой и Инсайдер. Инсайдер сейчас схвачен за кохонес, так что ему нужно кого-то проверять. Я поверю тебе, если ты проверишь меня, и, соответственно, по твоей проверке мы поймем. Вот ты пиздюк, ты пиздишь. Называешь меня либералом. Дишь. Так, хорошо, давайте. Да понятно, Рикиди.
Погодите, тишина, давайте, Рики Ди за то, слушайте, а мне же это вроде, да, правильная роль, правильно я понимаю? Давайте по очереди. А кто считает карты, ребят? Давайте по очереди, я считаю. Я записываю все ходы, я все записываю. Давайте поднимем руки, кто за то, чтобы проверить Рики Ди. Я за то, чтобы проверить Рики Ди. Если инсайдер фашистский, они познакомятся. Кто-то, подожди, давайте так же. Кто хочет проверить Рики Ди? Я хочу высказаться. Ну смотри. Я вижу только... Давайте дадим слово. Давайте сначала Генсуха поговорит, а то она потом вообще не поговорит. А потом уже я. Да чего вы на меня обращаете внимание? Я просто говорю, что я за проверку Паши и Рики Ди, потому что у них, мне кажется, между злым разноцвет. Если Паша сейчас окажется голубым, то значит злой и красный. Если злой... Ты тупая. Ну я говорю, мне кажется... Ой, ты понимаешь, что... Вообще не понимаешь. Как у него бомбит, под ним стул горит просто. Вот это не значит, что он будет разноцветом, это никак не значит. Но справедливости ради это никак не значит. Так точно, может быть, не точно. Ничто, что не спорю. Справедливости ради ничего не знаю. Мне так кажется. Наташа, либералы не знают, кто либералы, вот поэтому надо спорить. Наташа, самая большая проблема в том, что даже я, допустим, инсайдер, считаю сейчас красной картой, и Дину, блин, тоже красной картой. И мне от его проверки ни жарко, ни холодно. Даже если он скажет, что он красный, что он синий. Дим, это не вяжется, потому что я с Диной это не играю, понимаешь? А как ты, это у тебя? Братик, ты в прошлой игре говоришь, давай Дину, блин, выберем. Она еще не играла. У нас на столе 4 человека, которые... У нас на столе 4 человека, нет, которые... Нет, прошлый ход он меня хотел сразу выбрать, а не Дину. Нет, он хотел Дину. Изначально он говорит, давайте Дина пусть поиграет. Я говорю, нет, давай. Я не говорил такого. Дина не сама говорил. Сказала. Да, смотри, ты это не говорил. Я такого не давайте говорил. Давайте вас кого-то проверят, ребята. А кто-то говорит? Дина сама так говорит. Я вообще такого не говорил. Может, Асмодей вообще проверит, ребят? Асмодей, я тебе чаще всего по умолчанию доверяю. Потому что ты еще что-то записываешь, но при том, что ты записываешь, то очень часто путаешься в показаниях. Я хочу вас проверить, а что? Можешь меня проверить. Ребят, может реально Асмодея тогда проверим? Что с дерьмо? Давайте проверим Асмодея. Меня хочет Асмодея проверить. А то я его так проверяю, если окажется, что он этот. Давай, проверяй. Давай, проверяй. Я бы злого бы проверял. Короче, никто не против. Я Асмодея на проверку делаю. Давай. Я против. Я тоже не понимаю, зачем. Я против, говорю. Я думаю, это бессмысленно. Я против. Я думаю, это бессмысленно, но лучше проверить Асмодея, чем кого-либо еще. Ну, не считай меня. Меня лучше всего проверить, конечно. Давай меня проверим. Подожди, меня считали. Погодите, давайте так. Инсайдер, почему ты не хочешь Рики Ди проверить? Ваня, что мешает тебе принять это гребаное решение? Мне вообще насрать, кого проверить. Все, он сомневается, потому что он ищет возможность фейкануть. Кто за то, чтобы проверять Рики Ди? Поднимите руку. Я за то, чтобы проверять Рики Ди. Проверять Рики Ди, давайте. Его, я не раз, меня. Два, три, давайте, четыре, все, пять. Ладно. Давай. А где он? Вижу. А? Ну? Ну? Ну, либерал. Инвестигейтед, вот, голубой нит, как хорошо, и в прошлый раз. Хорошо. Но в прошлый раз ты был... У него не было. Я тебе говорю, мы его взяли за... Нет. Не было. Секунду, Дина. А вот это, Дина, мне не нравится в тебе. Я говорю, в прошлую мою проверку, я точно так же злого, когда он был на либерале, я точно говорил, что он, да, синий. А тут ты такая ухватилась. А, в прошлый раз он... А что ж ты так хватаешься за это? Дина полноценная гоня. А потому что ты уже не первый раз меня душишь, Дина, с чего бы? А теперь ты ее топишь, чтобы хоть как-то, Ванечка, зацепиться за соломинку. Ваня, инсайдер, вслед топила, за Артурчиком. Сейчас пойдешь, скажем, Ваня, так, в фашистскую яму. Ой, ясно? Ой, и Ваня, ты... Проверьте меня, проверьте. Будет проверка, проверьте меня, без проблем. Рики Ди, это... Я не верю инсайдеру, что Паша Рики Ди, этот... Либерал, это а какой ему был бы смысл фейковать так, со мной? Фруктозенька, лапушка, выбирай, кого ты хочешь канцлера. Кого канцлера выбрать? Выбери меня. Бери меня. Только что проверили. Либерала. Да подожди, дайте скажу. Меня только что проверили либерала. Дайте сказать Оле. Давай. Почему вы не хотите, чтобы Диме дали? Ну, типа, дать. Без того. Да нет, можно. Диме, Рики, Ди? Без того? Нет, без того. Диме, Рики, Ди? Я Паша. Потому что он, типа, сидит, но не участвует. У Беста было три красных. Нет, в смысле три красные? Это просто игре было. В смысле, у Беста ему дать. Я синие доставал. Я синие доставал. Да, я уже что-то... Да. А, фу, у тебя же со злым было, я тебя с инсайдером перепутал. Да, да, да. Я сильно доставал. А почему реально не взять Пашу Рики Ди? Выбирай, бери меня. Фруктоска, вопрос. То есть ты не доверяешь проверке инсайдера, да? Нет, пока нет. Окей, хорошо. Я бы больше... Ну, против Беста я тоже ничего не имею. Если бы доверяла, то тогда вопрос. Может, я ошибаюсь. Хорошо.
Ладно, Фруктоска, вот у меня такой вопрос. Объясните тогда мне. Если я обозначил игрока либералом, какой смысл мне не доверять? В чем ложь-то может быть? Ты можешь... Какой замысел в этом? Объясните мне, я соглашусь. Я могу ошибаться. Ты можешь его проверить, и вы красные. Потому что в таком случае ты не только меня, ты наоборот меня очерняешь таким образом. Потому что, раз, допустим, мы считаем, что ты красный, таким образом... Алло, ты сам просил у него себя проверить тогда. Я мог бы быть тоже красный в твоих глазах, получается. Точнее, ты бы, понимаешь, да, то есть ты бы нашел, вскрыл бы меня и назвал бы меня либералом. Получается, ты, проверяя меня... Я бы просто тебя мог тогда, ну, обмануть, так сказать, что черный игрок тебя будет закопать. Зачем? Нет. Это я объясняю. Ребята, тебя выбрало большинство. Я вам даю возможность даже я выбора. Вижу, что я Паша всегда выбирал, с вами ребят. Общаюсь, и я для вас становлюсь красным. Как вы играете вообще, Паша, ребят? Знаешь, у тебя не было других. IQ у тебя просто, не было вариантов. Если они два Паша... Чего у меня не было вариантов? Ваня, проверь меня. А, Вань, ты меня проверил хорошим. Бери Рикиди реально. Смотри, мы изначально считали, что он мафия. Он, у него не было другого варианта, кроме как проверить меня. И если он говорил, я мог спокойно с моделью проверить, все хотели его тоже ребят, проверить. Ребят, ну, время обсуждения вышло. Я выбрал семи карты. Кроме как сказать, можно мне, я почему не мне? Без в чем бери. Проблема? Бери меня. Ну, без ста, я согласен. Давай, почему не без ста? Дайте мне, кстати, вы мне не даете выбора карты. Дайте мне, давайте я вам выложу карты тогда, если вы хотите. Не надо поменяли, я уже в чем проблема. Я хочу... Ванечка, ты только что был президентом, тебе нельзя... Да. Не, инсайдер, все ясно, короче. Инсайдер, слой, все. Я тоже синий выкладывал. Почему? Объясните мне, почему? Почему вы против меня играете? Вот, кстати, только Дима и Паша. Кто-то еще считает, что я этот фашист играю? А почему не Паша? У меня была красная карта. Инсайдер с Рикиди в самом начале просил его прочекать. Такой раз он говорил, прочекай меня. Если ты не проверишь меня, то я посчитаю тебя фашистом. Они вместе, возможно, даже играют. Типа, почему сейчас в самой первой игре? А зачем тогда он против меня, если мы вместе играем? В чем смысл? Да уже дали, уже дали. Я просто смотрю на это. Голосуйте, пожалуйста. Голосуйте, пожалуйста. Голосуй за. Это за Рикиди? Я голосую за. Не-не-не, это за Беста. К Бесту пока претензий нет никаких. Нет претензий. Ну да. А вот сейчас посмотрим. За. Я выбираю, который на стол? Нет. Да, на стол, на стол. А, канцлер, да, на стол. Так, хорошо. Красный. Что так, было? У меня было две красных, одна синяя. Одну красную я убрала, и, типа, получается, Диме передалось красный и синий. Он выбрал синюю. Положу. Так, я президент, я канцлер выбираю, да? Угу. Так, Диме точно одна. Верим. Спасибо, Дима. Финаргот выбери. А что Финаргот у нас вытаскивал? Две синие. Я синюю. Почему, синюю, подожди, а потом... Почему Финаргота? Красную Финаргота. Я вытаскивал синюю, а потом мне дал Ваня две красных. А либо второй? Финаргота, либо меня. Я Ром, бери. Выберу. Меня тоже можно... Почему Финаргота? Да, почему меня никто не берет? Ну, Финаргот две красные вытащил. Я слышал, кого он топит, за кого он топит и куда набрасывает. А потом мне дали две красных, я вытащил красную. Выбери Гинсуху, она вообще не участвовала. Да нет, зачем Гинсуху? Нет. Ты можешь сейчас взять Гинсуху, потому что у нас мало красных на столе. Макривский. Ребят, я никогда не выкладывал карты на стол, можете дать мне. Я не понимаю, почему вы резко начали против меня играть. А мы вообще, почему мы верим Макривскому как президенту? Мы готовы ему поверить? Да, готовы. Понял сейчас. У нас нет оснований не верить. Основания не доверять. Нет? А Финарготу можно? Наводит смуту, заметьте. Есть основания верить. А почему Финарготу? Какие основания верить Финарготу? Давайте инсайдеру дадим. В смысле? Я тоже не понимаю, почему вы Скипаем. Ультраскип. Ладно, все, я долип. А может Дини вообще? Тебя скипните! Секундочку. Мне что-то очень интересно. Просто гигаскип. Я не буду, нет, спасибо, я Дини вообще. Подождите, Рома, а почему мы так люто начали ему типа решать, что скипать? Вот кто еще не согласен? А, понятно, скипнуть, потому что ты следующий, да, будешь, Дина? Нет, спасибо. Диночка, нет, да. Следующий будет злой, следующий будет злой. Дина порвало, потому что я ей не дал. Я хочу дать либо Финарготу, либо Рикиди, либо Инсайдер. Потому что он сказал, зачем Финарготу, когда Финарготу короче, что-то я Дине с Мадея вообще сейчас не верю. Вот так люто, давайте типа скипим. А чего так начали решать? Давайте по старой стратегии поиграем. А кто синие карты кидал, давайте тем, кто синие карты кидал. А я синюю кидал, здорово. Инсайдер, мастер. А Мадея давал синюю. Нет, да, тогда ладно, синюю. Не, а смотри, не, тогда к тебе вопросов нету. К тебе вопросов нету. Просто, ну, я услышал, это для меня странно было, что так. Если ты кидал синюю, я тебе доверяю. Я не понимаю, почему да, смотри, не выбираю. Макривский, бери меня. Мы не верим Финарготу. Он мог солгать.
понимаете, они оба могли солгать, играя хорошо, в паре Асмодею, фашистами. Асмодею. А, это... можно Асмодея попробовать? С кем я в паре фашист? Меня парит, что потом у нас, если сейчас будет красная, если Макривский даст Асмодею две красных, то Макривский пойдет кого-то проверять. В общем, я понял, понятно. Дина хочет Дина... только, чтобы ее ставили. Да, нет, да, до свидания. Да, да, Дина, нет, Дина, инсайдер. Не, выбирай Асмодея. Да просто в смысле? Потому, что... Как я у тебя с Диной? Посмотрите на стол. Вот я против Дины играю всю игру, а ты меня к ней опять прессуешь. Паша, это странное дерьмо, абсолютно странное. Тебя? Причем тебя это... все, я крест на тебе поставил. На тебе крест поставил. Так я не понимаю, откуда почему? У вас почему? Крест? Почему? Объясни, почему? Я вам более того скажу, что я по поводу потому что ты не веришь в Фенарготу, Дим. Меня, либерализировался. Асмодея беру, хорошо? Да, да. Я первым ходом выложил красную. Или зло. Я на первом ходу выложил синюю. Выложил. Я синюю выложил. Я говорил сейчас, выложил синюю на первом ходу, чтобы я продал. Проби минуту. Дима, где твой таймер? Где твой таймер? Я сама его нарушаю, вот и все, Рома, понятно? Давай, выбирай кого-нибудь. Смотри, смотри. Просто минуту. Возьми меня, я синие карты вонючие глаза. Все, я думаю, что это заслуживает, как минимум. Ты назвал либеральные карты вонючими, ну ты точно, Фаш. У меня вопрос я такой. Я выкал синюю. Ребята, получается... я Асмодея даю. Да. Тупо, блядь, Асмодея. Все, Макривского. А все, давай, давай. Я скипаю Макривского, потому что он предлагал инсайд. Нет, все. Почему? Не надо скипать. Асмодея принимаем, я голосую за. Я за голосую. Я тоже за, он синюю выложил. Смотрите, ребята, я за Асмодея, но я против Макривского как президента, потому что президент сейчас будет проверять. А кто тогда злой будет? Что? Потом? А почему? Потому что я предположил инсайдера? А с хера ли он будет нет. проверять? Подожди, я предположил инсайдера. Инсайдер красный. Инсайдер, инсайдер красный для тебя, для меня он сейчас не красный. А, да? Да. Почему? А почему он так? Ну, не знаю, я ему верю. Я знаю. Ладно, уже выбрали. А Рики, иди для тебя, слушай. Так. Все. Макривский только я что сейчас... для меня стал красным, да! Потому что... Я сейчас забираю тихо, карту. Тишина сейчас у них законы. Я сейчас выкидаю карту, да? Да. Да. Все. Все. Ну давай, Асмодея, отлично, все о. Хорошо. Ну Асмодея, что было? Все. Две красные, одна синяя. Выкинул красную. А у тебя выхода нет, мы тебя только что трахнуть хотели, блядь, понял? Я мог дать красные. Был. Я он мог фейкануть. Да, он мог фейкануть. И сказать, что у меня три красные. Злой, меня вот, пикай вот, и по стандартной так, схеме. Так, Асмодею верим. Злой, бери меня и по стандартной схеме. В смысле, Асмодея? Вот ты уверенно веришь Асмодею. Хотя Асмодея... Бери меня, мы выигрываем. Понял? Не, пока у меня пометка. У него я сделал либеральные шаги, я отмечаю себе либеральные шаги. Ты принципиально не хочешь, но ты знаешь, что мы так выиграем. Я бы сейчас предложил мне дать карты. Я боюсь, там было прекрасно, и вы же кинет инсайдер, до свидания. Кого? Почему его? Господа, смотрите на меня. Спасибо. Злой, если ты скажешь, что у тебя были три красные, не обессудь. Стоп, кого? Кто кого? А почему ты без меня? Злой, Рики Дим. Почему ты меня не выбираешь? Я выбираю две синие. Мы выбираем две синие, и ты меня скипаешь. Почему не без ста? Потому что они вместе, блядь. Это был бы слишком большой майндгейм. Злом у меня нет доверия, я буду найнить. Почему? А я тебя найм. Ну это очень... Кого я сейчас выбираю? Найнить, понятно? Не знаю. Не буду, я найм. Сейчас а я найм. Я проголосую за. Я проголосую за, потому что сейчас всего одна красная на столе, и как раз между ними зарубу увидим. Что сейчас там фашисты приказали. Голосуют за, смотрим на за и видим фашистов. А, ребята, при чем тут фашисты? Опа, Генсуха! Генсуха, Рикиди, Злой, Фенаргот. Вот наши... Так, кто якнул? О, записываем яки. Мы только что... сделали очень грамотный мув на этих спиралы. Мы злому, которому мы не доверяем, мы зафачили ему целый мув, так что он ничего не смог сделать. Однако я был уверен, что ход перейдет Фенарготу, которому я доверяю, но ход перешел Дине, блин, который я не доверяю. Почему? И это большая проблема. Паша, поэтому я и говорю, Дина, я играй меня. Почему Дина? Пошел обратно, я не понял. Чего вы... Нужно было голосовать за, потому что между ними заруба, и можно было проверить их фейк. Я не знаю, почему вы голосовали против, с условием, что у нас если всего одна красная карта лежит. Да нет, мы же без зарубы, они в команде играют. Дина, выбери. Дина. Я выбрал Димку, Да, берет меня, все. Потому что он выложил уже две синие карты. Я предлагаю скипнуть. Я беру биста. Я не скипну. Это Асмодей был. Я за, Потому что, во-первых, она ничего не выкладывала, во-вторых, она играет с инсайдером в паре. Инсайдер. Кто играет с инсайдером в паре? Дина сейчас выложит, отдаст. Смотрите, ситуация какая будет. Дина скидывает синюю карту, и Дима вынужден класть одну из красных. Дина, я уже в паре. Смотри, я скипаю эту пару. Они специально друг друга
копят Асма. Мы всю игру против друга проиграем, они говорят, что мы играем вместе. Я даже вообще ничего говорить не могу. Потому что Дина сейчас поставит Диму. Асма, ты в плане того, что... Ну, если тебя сейчас подставят, играем. Если ты красный. Ой, если ты синий, тебя подставят. Да. Ну, типа, все. Я тоже думаю. Поэтому, ну. А, Дина, как тебе со мной в союзниках играть? Нравится вообще? А кто за-то? Я не понял. Сосать! О! Блять, ну ты инсайдер, блять, конечно, молодец. Так, Динсуха, я не хочу эту партию доигрывать! Вообще ребята не следят за игрой. Два. Инсайдер тоже. Мне нравится, что мы против Дины, я против Дины всю игру играю. Паша говорит, мы играем вместе. Сейчас Асмодей говорит, мы играем вместе. Вы сейчас за игрой не следите? Я не понимаю, на чем вы основываетесь, когда голосуете. Я вообще даже уже все в конце, я не буду ничего играть. Блин, инсайдерский злой, ты так долго думал. Ловушка, типа, подставлять меня, не подставлять. Я сразу понял. Мы заруинили, потому что у нас было, мы бы скипнули тогда. Ты кто был? Очень интересная игра, блядь. Я понял. Ну, как я прям вообще? Ух. Да нет, слабо. Я бы мог бы... Да, не, блядь. Паша, вообще, по сути, ты вот, ну, это странная игра. Ты говоришь, что мы играем, ну, с Диной вместе, Ты про меня? Я с Мадей, хотя мы друг против друга всю игру играем. Честно тебе скажу, в этой игре я позволил себе другой подход. Обычно я очень внимательно слушаю, кто что говорит, и отталкиваюсь от этого. А в этот раз я позволил себе просто набрасывать и, типа, эмоционировать в какую-либо сторону, смотреть обратную реакцию. И, ну, вот это было забавно. У меня просто, блин, я просто слышал, как кто-то... Кто-то яро предлагал, находя инсайдера, Дину, блин, я подумал, что это инсайдер, поэтому у меня сложилась такая команда. Вот все, да. Я подхватил и топил. Я подхватил и топил. А я слышал, как вы говорите, что они вместе. Я думаю, ты имеешь в виду, что они специально друг друга топят? Типа, я охуел. Что еще раз? Кто прям точно вот в этой игре были фашисты? А ты в консине нажми, там инсайдер, Федорко, там все написано. Там все видно. Да, я на Гитлере играл. Блин, а Макривский предлагал его, кстати, канцлером. Самый красный был. Не говоришь. Ну, у меня команда была Гинсуха, Рикиди, Злой и Финаргот. Я просто Рикиди и Синсайдер. Не, ну если бы мы были со Злым в команде, это был бы реально 300 IQ Mind Games. Да, но вы не сильно срались.